Мишенька, давай покушаем кашку. Смотри, какая она вкусная, полезная. Я только что тебе ее приготовила. Попробуй ложечку. Фу, невкусная, не сладкая. Как не сладкая? Очень даже сладкая. Для деток в самый раз. Нет, я хочу сладкую кашу с вареньем. Ну ладно, только обещай, что если я тебе положу варенье, то ты эту кашу обязательно скушаешь. Смотря какое будет варенье. Вот такое! Вкусное-привкусное, малиновое. Кстати, этим вареньем можно рисовать. Давай попробуем? Давай! Откроем крышечку. Теперь повернем колпачок и нарисуем что-нибудь на каше. Например, спиральку. Вот как у меня получается. Немножко неровно, но зато будет очень вкусно. Давай, Мишенька, попробуй теперь. Так намного вкуснее. Еще ложечку. Почему ты раньше не кормила меня кашей с вареньем? Ну, потому что, Миша, я не знала, что в магазине продается такое вкусное варенье. Кушай. Еще, еще, хочу еще. Как же хорошо, Мише понравилось это варенье. Мне кажется, он скушает всю свою порцию. Осталось совсем чуть-чуть. Если съешь до конца, получишь от меня сюрприз. Конечно, съем. Что за сюрприз ты мне приготовила, мама? Сейчас, сейчас. Давай уберем тарелочку. И вот он, твое яичко Kinder Joy. Ух ты! Открывай быстрей! Сластена ты моя! Тебе что больше нравится? Кушать молочный шоколад или смотреть на сюрприз? Я сюрпризы люблю, хотя шоколад тоже вкусный. Ну что ж, давай тогда посмотрим, что же тебе попадется в этот раз. Ух ты, желтая капсула. Достанем ее и откроем. Даже мне интересно, что же там. Мне кажется, это какая-то машинка. Точно, Миша, смотри, как тебе повезло. Тебе попался сюрприз для мальчиков. Давай проверим, быстрая она или нет. Упала. А теперь шоколадку давай. На, пробуй, и я тоже попробую. Какой вкусный шоколад! И правда очень вкусный! Ну а теперь пойдем вымоем ротик и ручки и отправимся на прогулку. Ребята, пока! Напишите мне, как вы любите кушать кашу, с вареньем или без? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие ролики с куклами и пупсиками. Уже утро. Пора мне моим двойняшкам, Мише и Алисе, сделать какой-нибудь завтрак. Ой, а это что такое? Ой, как я могла забыть? Здесь же у меня спелые бананы, помидорчики и даже горошек. Сделаю-ка я для них овощное и фруктовое пюре. Приготовим миксер. Опустим в чашу бананчики и начнем взбивать. Ой, вы слышали голоса Миши и Алисы? Они что, проснулись? Пойду-ка посмотрю. Лови подушку, Алиса! Ай! Ну ладно, а ты лови собачку! Ай! Хе-хе, я победила! Теперь лови куклу! Мне надоело в это играть. Давай лучше прыгать с дивана. А что? Давай! Хорошая идея! И раз, и два, и три! Миша, Алиса, что вы тут делаете? Почему лежите на полу и плачете? Это все Миша. Это была его идея прыгать с дивана. Ну и что? Ты со мной согласилась. Так, все понятно. Вас нельзя оставить одних ни на минуту. Придется шаловливых деток посадить в манеж. Манеж?
Да, потому что такие неспокойные детки, как вы, должны сидеть только в манеже. Эх, это все из-за тебя, Миша. Почему из-за меня? Из-за тебя тоже. Не ссорьтесь, в манеже тоже можно хорошо играться. Вот держите, каждому по игрушке. Мише резиновая лягушка, а Алисе совенок Сквиши. Мама, а ты куда? Ты скоро нас отсюда заберешь? Скоро. Вот только сделаю пюре и сразу пойдем кушать. Миша, давай меняться. Я тебе Сквиши, а ты мне лягушку. Ну давай, я сам тебе хотел это сказать. А вот и я. Ваши пюрешки уже готовы. Ну что ж, попробуйте каждое пюре и скажите, какое вам больше понравилось. Из помидорчиков? Из бананов? Или из горошка? Мне понравилось из бананов. Оно самое вкусное. А вот мне из горошка. Хочу добавки. Ой, Миша, сейчас не до добавки. Пойдем менять подгузник. Пока Миши нет, я съем его банановое пюре. Алиса, мы все видим. Ну ладно, ладно, не буду. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Вот мои золотые. Спят, мои хорошие. Братик и сестричка. Жалко будить, но ничего не поделаешь. Придется. Алисонька, Миша, просыпайтесь, просыпайтесь. Петушок уже давно прокукарекал. Миша, вставай, мама нас будет. Алиса, не мешай, я еще спать хочу. Вставай, Миша, вставай. Мама для нас приготовит вкусный завтрак. Что? Завтрак? Мама, где наш завтрак? Я голодный. Ой, вы уже проснулись, мои хорошие? А я думала, вы хотите поспать. Ну что ж, сейчас я быстренько приготовлю. Как? Завтрак еще не готов? Ладно, раз ты такой голодный, Миша, давай сегодня поедим хлопья с молоком. А пока я несу ваши тарелочки, вот вам ваши пустышки. Держи, Мишенька, твоя и твоя. Быстрей! Иду, иду, спешу, спешу. Подносик, тарелочки и ложечки. Миша у нас любит шоколадные шарики, ну а Алиса – шоколадные подушечки с клубничной начинкой. Зальем подушечки и шарики свежим молочком. Давайте сюда свои пустышки, будем кушать. Я первый, потому что я самый голодный. Нет, я первая, это я голодная. Не ссорьтесь, я буду кормить вас по очереди. Миша. Алиса. Вторая ложка для Миши. И для Алисы. Вот молодцы, кушайте, мои хорошие. Я уже все, у меня тарелка пустая. И я уже все, и у меня тарелка пустая.
Вы оба молодцы! Съели все свои хлопья и шарики. Давайте я уберу ваши тарелочки. А теперь витаминная водичка. Алисоньке розовая бутылочка, а Мишеньке голубая. Вкусная водичка. Угу. Вот, умнички, все выпили. Давайте сюда свои бутылочки. Ой, ой, мама, я хочу пи-пи. И я. Быстрее, быстрее, садитесь на свои горшочки. Мишенька на голубой, ну а Алиса на фиолетовый. Хорошо. И мне. Алиса, я совсем забыл. Мы же с тобой в подгузниках. Ой, точно. Тогда побежали смотреть мультики. Побежали. Миша, Алиса, стойте, вы куда? Почему ваши горшочки пустые? Потому что на нас были подгузники, мама. Так, а кто вам разрешил взять мой телефон? Если у вас есть братик или сестричка, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Всем пока!